Доброздоровица. Начну с того, что дедок старичок. Смотрю на себя, знаете, и радуюсь. Как-никак, 70-й покатил. А я, так сказать, где-то даже жить начинаю. Очень интересная вещь. Но я хочу с вами разобрать, знаете, вот важно не столько разобрать какие-то рецепты. Вот, допустим, если имеются камни в желчном пузыре, вот как их вывести, что там опасно, не опасно. Ну, грубо говоря, как от них избавиться. Гораздо более важнее понимать, если у вас имеются, допустим, те же камни в желчном пузыре, то что за условия вы создали в своей жизни, которые привели к этому камнеобразованию? Нет никакой гарантии того, что вы, даже удалив как-либо эти там камни, не наживете новые, раз они у вас начали появляться. То есть надо, важно задуматься. Мы рассматриваем сейчас, допустим, вот если камни имеются в желчном пузыре, это уже следствие. А причина-то она гораздо там где-то кроется. И вот важно разобраться в этих причинах. Если вы разберетесь в этих причинах и устраните их, то эти камни могут самостоятельно рассосаться. Вот в чем вопрос. Если же вы их не устраните, как, допустим, вот поступают, да, вырежем там желчный пузырь и пускай там нету камней. А причины-то остались. Они могут образовываться в желчных ходах. Но это не важно. Главное, что причина осталась, она вредит вам. И еще вы стали инвалидом. То есть в школе вот высшего, можно сказать, физического и духовного совершенства важно работать не со следствием, а важно работать с причиной. И вот как раз следующий примерчик мы с вами разберем. На красивые слова думайте, человек ничего не думает. Приведу письмо полностью. Геннадий Петрович, доброго времени суток. Подписалась на ваш канал по совету моей знакомой. Ну, вы вообще-то имеете свою собственную голову. Подписываться, не подписываться. Мне 50 лет. И на УЗИ брюшной обнаружили камни в желчном. Операцию боюсь сделать. Желчный пузырь, значит, 7,73 сантиметра на 2,16 сантиметра. Значит, желчный, насколько я понимаю, не увеличен, резко деформирован. Перетяжка в области тела, перетяжка, перегиб в шейке. Стенки желчного пузыря, повышенная эхогенность, утолщена, уплотнена до 0,64 сантиметра. В просвете желчного пузыря определяется густая желчь и эховзвесь до 1/3 объема. Визуализируется множество конкрементов максимальным размером 1,58 сантиметра на 1,1 сантиметра. Пришечно определяется конкремент размером до 0,5 сантиметра. Помните, пожалуйста, я живу в таком городе, где сейчас нет специалистов. На данный момент пропиваю урсофалк. Подскажите, пожалуйста, что еще можно сделать, чтобы не делать операцию? Жду вашего ответа. Ну, видите, я уж не хочу так говорить о том, что вы хотите переложить свои проблемы на мои плечи, могучие плечи. Дело не в этом. Вот это вот все, что вы тут описали, перетяжки, там, эхо там какая-то там утолщена, уплотнена и наличие камней, это уже следствие тех причин, которые у вас имеются. Жизнь отложила свой отпечаток на вашем организме и конкретно на вашей, значит, на вашем желчном пузыре, будем так говорить.
Ну, если имеются вот такие вот вещи с желчным пузырем, там, если копнуть, там еще имеется очень много чего. Вот такое вот письмо. То есть, изложена уже, значит, конечная стадия. При этом, полнейшее непонимание, а почему это возникло? Вот почему это возникло? Вот надо сесть, вот в данном случае, и так подумать. А что там, вот что может привести к тому, что у вас такие вещи происходят с желчным пузырем? Ну, например, а имеются ли у вас запоры? То есть нормально ли у вас стул, имеются ли у вас запоры? А насколько вы эмоционально уравновешены? Насколько у вас подвижность в течение дня? Вот если желчь густеет, это говорит о том, что, естественно, неправильное питание. Плюс, смотрите, неправильное питание как в течение дня просто по приему пищи, так и в самом приеме пищи находятся продукты, которые ведут к тому, что вот определяется густая желчь, эхо там, взвесь, вот это вот, что это приводит к эхо взвеси. Почему он работает, этот желчный пузырь, нерегулярно? Желчный пузырь срабатывает на прием там пищи, желательно жирком, то есть желчь выходит. Если человек этого придерживается, то регулярно, значит, идет обмен желчи, желчь там не застаивается, выходит. Плюс, естественно, есть пища плотная, если слишком много белку. То есть, может, человек любит эту самую копченую колбасу, ну, к примеру. А, допустим, овощи не любит, никаких, какие там, допустим, употребляет, ну, какие-то напитки, которые, ну, будем говорить, не способствует разжижению желчи, наоборот, допустим, сладенькое любит, которое способствует вообще тому, что жидкостные среды от сладких напитков, они становятся более сухими, то есть более обезвоженными. То есть вот это вот круг, вот этот, что я так перечислил, все это надо у себя сесть, опять-таки, я вот все вам говорю, сесть, и не спеша составить, можно так сказать, план работы. А именно, у вас имеются проблемы с желчным пузырем. Вот камнеобразование, значит, густая желчь и это. Значит, вы пишете примерно, что надо сделать для того, чтобы этого не было. Ага, желчь должна у вас хотя бы регулярно выбрасываться в просвет 12-перстной кишки. То есть вы уже в себе пишете, первое, регулярный прием пищи, допустим, 3-4 раза в день. Ага, записали. Второе, в пище должны быть вещества, ну, в основном это жирные такие вещества, и другие, есть ряд и других веществ, которые способствуют усиленному выбрасыванию желчи в 12-перстную кишку, чтобы они были. Ага, хорошо там и написать о приеме желчегонных трав. И далее еще для себя пишите, значит, а вот эти вот продукты, которые я там принимаю, они способствуют загустению желчи. То есть это не просто, знаете, вот просто выгнать камни, да, и все на этом заканчивается. Значит, что способствует загустению желчи? Способствует, допустим, еда, это раз, там, сухомятку, еда, вот. Способствует тому, что не этот самый сидячий образ жизни. Далее, эмоционально, насколько у вас жизнь нормальная. Нет ли у вас запоров? Это, как правило, говорит о том, что в первую очередь где-то имеются запоры, которые порождают усиленную нагрузку на печень. То есть я сейчас с вами, видите, разбираю не рецепт, а я разбираю целую методу по улучшению работы того же желчного пузыря.
Но для того, чтобы желчный пузырь заработал, надо задействовать ряд других механизмов. Хотя бы та же ходьба, чтобы у вас тут все тут тряслось, чтобы у вас все это как-то, будем говорить, перемешивалось, разжижалось. Плюс, опять-таки, прием вот этих различных чаев, различных свежевыжатых соков для того, чтобы это все... желчь становилась не такая густая. Прием этих тех же салатиков. Сейчас вот арбузный сезон, значит, арбузика там попринимать. А не то, что просто пропиваю урсофальк и все. А все остальное также у меня идет. Все остальное также, допустим, запоры имеются, питание безобразное имеется, двигательной активности нету, и слишком какая-то эмоциональная, раздражительная и прочее, прочее. То есть огромное количество причин, которые пытаются решить вот эти вот пропивания. И все. Жду от вас ответ. Я вам дал огромную консультацию. Как-то вот не хочется говорить, что вообще-то консультации, они стоят. Ох, как стоят. А вы тут еще пишете, что-то сейчас нет специалистов. А что вам порекомендуют специалисты? Они вам скажут, мы сделаем вам 3 прокола, и через эти 3 прокола вырежем ваш этот самый желчный пузырь. И, так сказать, 1000 людей сейчас живут без желчного пузыря, да и нормально. Проблемы нету, и все. Ну, может, еще что-нибудь это. Так что, вот в целом я даю урок, как следует поступать в данном случае. Не столько смотреть на проблему, сколько смотреть на те предпосылки, на те, значит, следствия, которые привели к этому. И от следствий идти к причинам. Причины лежат в нашем характере. Надо меняться, надо менять питание, двигательную активность, надо работать, в конце концов, со своим сознанием. Вот тогда-то будет толк даже без всяких там очищений. То есть, когда человек разберет план работы, а потом уже можно применять какое-то камнедробящее средство, разжижающее вот это мощное специальное желчь, на фоне того, что вы изменили свое питание, нормализовали работу кишечника, опорожнение, значит, подвижность у вас, эмоциональная устойчивость, ну и ряд других, так сказать, факторов. Ну, я ответил так, кратко, не ждите, а смотрите, ищите. Я-то сколько насчет этой чистки печени там поговорил. Вот, ну что пишут? Ну, короче, пользователь пишет. Читайте книги автора, там ответ, быстро не получится. Подход нужен фундаментальный. Вот человек уже начал разобраться. Благодаря тому, что вы смотрите вот эту вот школу здорового образа жизни, у вас уже совсем по-другому работает сознание. У вас уже совсем иной подход к этой проблеме. Подход нужен фундаментальный, основательный, на весь организм. Ну, вот как я говорил, да? А не только на один орган, да. А медики как раз вам и дадут рекомендацию, что вот, либо вот это вот лекарство, которое там что-то там делает, либо радикально мы вам вырежем этот желчный пузырь и все. Как говорится, нет органа, нету проблемы, да? Необходимо поменять питание, вообще образ жизни. А химические таблетки не будут способствовать улучшению общего здоровья, только будут его разрушать. Действительно, таблетки подействовали в вашем организме, что-то сделав даже полезного. Но их же надо выводить, и они опять выводятся через ту же печень, выводятся, скапливаются в той же желчи. И кто там проводил исследование или не проводил, ну, короче, они же и сгущают эту желчь, потому что не свойственны какие-то вещества появляются в организме. Так, дальше пошло. Этот же пользователь пишет, что вот дал рекомендацию. Так подробно описали результаты УЗИ. Вот именно якобы это УЗИ вам описали, вам просто рассказали. Это, знаете, все равно, что разбомбили ваш дом и
перечислили: стены разбиты, окна выбиты, полы проломлены, крыши нету, печки нету, все нету. Вот подробно. И при этом вам ничего не дают. А как это восстанавливать? Вам просто показывают по факту, вот как со здоровьем, разрушение. Вот у вас такие-то разрушения налицо. А как это восстановить? Итак, дальше, значит, вот подробно описали УЗИ. Видите, УЗИ подробно. О-о-о-о. А эти подробности не так важны. Констатация факта. Желчный пузырь вот в таком состоянии. А что привело к этому? Вот что главное. И там начинать работать. Главное, как вы питаетесь, страдаете ли запорами, молодец, какая физическая активность, есть ли еще другие проблемы со здоровьем. Человек подкован уже в этом вопросе. Вообще, какой у вас образ жизни? А, великолепно. Из этого можно узнать причину образования камней, действуя на причину, избавляемся от болезни. Вот и все, оказывается, в данном случае, вот и все. И если же вам убирают этот желчный пузырь, якобы, как причину вашего страдания, при этом ничего не делая, что к этому привело, как шло разрушение вашего организма, так и шло. Кстати, моя собственная мать, несмотря на то, что я тут про чистку печени столько говорил, но это давно там было. Она вырезала желчный пузырь, ничего там не это, вот вырезали, и все, да и все. Ну и что? Причины как были, так и остались. Ничего не делала, и, так сказать, и не стала человека. Далее ответ такой этого пользователя, который спрашивает, пишет: сижу на диете, пятый стул. Диета, пятый стул. Опять-таки, ни о чем. Ни о чем. Диета там, пятый стул. Как работает ваш организм? Опять-таки, было перечислено там. А вот диета, пятый стул, я не знаю, что там в пятом столе, там, какое там питание, какая двигательная активность. Вообще человек думает, что это не от двигательной активности, а только от питания. Вот, что запоры это, допустим, если имеются, да это нормально. Сидячий образ жизни, я там работаю, допустим, бухгалтером, да, это. Но вот фишка подключилась. Полная смена питания, чистка кишечника по схеме, чистка печени по схеме, постоянные антипаразитарки, поголодать дней 10 хотя бы после всего этого. Ну так вот, как бы сказать, уже так поэтапно, что сменить питание. Как сменить питание? Я до этого говорил, чтобы там были продукты, на которые регулярно выделяется желчь. Далее, чтобы продукты способствовали разжижению желчи. Пользователь, который спрашивает, пишет: извините, а разве можно голодать при наличии камней в желчном? Ну, это в концовкам фишка сказала, что голодание уже после того, как... Ну, голодание делается для того, чтобы после чистки кишечника, чистки там печени, как бы сказать, сделать шлифовочку, удалить на тонком, как бы сказать, тонкая уже очистка организма. То есть грубая – это толстый кишечник. Далее очистка печени – это, значит, печень мы чистим. А вот голодание позволяет уже очищать все ткани нашего организма. Вот это вот важно понимать, о чем я говорю. Тонкое не в смысле тонкой там какой-то там материи, тонких тел, а именно вот на клеточном уровне. А тут сразу вот выхвачена совсем неправильная вещь. А можно голодать при наличии камней в желчном пузыре? Вот такая вот вопрос. Все. То важное, самое важное, что было сказано, это нет. А ум остановился на этом. То есть этот человек вообще не разбирается. Ему надо читать, обучать себя. И время пока есть, чтобы вернуть себе здоровье, почитать, посмотреть, поучиться. Тем более школа здорового образа жизни здесь, с примерами, с многочисленными, тем более по этим камням и так далее, и так далее. Нет. Вот что-то вот выхватывается в голове, такое что-то там сидит. Фишка, каждый сам решает, я рассказала свой путь. И вот это правильно. Мне хотелось бы, чтобы вы, и я уже неоднократно говорю, чтобы вы на канале
не давали какие-то советы, а вы рассказали, а вот я в этом случае делал то-то, 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 для того, чтобы избавиться от этого. Вот это самое правильное. Так, я рассказала свой путь на наличие камней, я не проверялась. То есть, вот есть люди, еще я сталкиваюсь с этим, они любят проверять свой организм. Туда-сюда сходят, ага, там что-то нашли камни, тут нашли, там, грубо говоря, кисту, там еще что-то нашли. Хотя еще особо там ничего не побали. И вот после этого они, ой, а что ж теперь делать? А что делать? Надо оздоравливать организм. А не проверяться. Вы же чувствуете. Вот. И пользователь отвечает еще. Сначала чистится, а потом голодает. Да. Могли бы вы мне помочь, как правильно чиститься? Это вообще я выпадаю в осадок. После того, как я выпал в осадок, я восстановился и продолжаю. Могли бы вы помочь, как правильно чиститься? А вот весь мой этот труд по ведению канала, где я тут столько... Есть, по-моему, этот плейлисты очищения организма, там противопаразитарки. Как правильно чиститься? О книгах я уже молчу. Как правильно чиститься? Ну, о чем можно говорить? И далее пишет, если можно подробнее, из-за камней по ночам приступы. Приступы, и мне плохо. Возьмем опять себя любимого. Вот он, я перед вами сижу. Смотрите, как я руками тут. И вот так. И вот так за спину. А ведь у меня до занятий гравитационной гимнастикой так разболелись суставы плечевые, что я по ночам не мог спать. Через каждые 15-20 минут у меня возникала боль. Вот здесь вот, ну, то с одной стороны, то с другой стороны, то с обоих сразу. И я одно менял положение в течение ночи, и простыня, на которой я спал, она скручивалась вот такой вот жгут. Естественно, я вставал не выспавшийся и тоже думал, что вот как плохо. Но это не значит, что плохо, надо искать, что от этого предпринять. И, пожалуйста, я предпринял, руки, ноги ходят. И не просто я вот смотрю, знаете, какие-то видосики там такие местечковые гуру рассказывают, а вот что надо сделать, чтобы у вас плечи не болели, что надо сделать, чтобы колени не болели, что надо сделать, чтобы поясница не болела, там вот 5 упражнений или 5 минут в день, и у вас поясница не будет болеть, тазобедренные не будут болеть, и вот это вот называется там растяжки или еще что-то там рекомендуют. Я же показал и свое вот действительно вот это вот МРТ позвоночного столба, что там с ним. И сейчас вот на 7-м десятке я держу на плечах регулярно на тренировочках 400 килограммов. 400 килограммов. Как я укрепил спину, суставы, давление на коленные суставы, тазобедренные суставы, голеностопные суставы, если я в тону отрываю, это по 500 килограмм идет на эти суставы. Нет, никто там не берет. Но вот когда вот прижмет хорошенько, чтобы вот прижало хорошенько, вот тогда человек начинает работать. А пока так, сяк, вот это вот, по ночам приступы. Можете мне помочь? Будто вот тут я просто-напросто разговариваю. И никаких таких, знаете, вот полезных вещей не это. То есть вот этот видос для тех людей, которые хотят действительно научиться понимать, чего, с какого уровня, не с уровня уже приступов действовать, и не с уровня того, что вам УЗИ показало, а совершенно иначе, с уровня причин и следствий. Устраняя эти причины, мы устраняем следствие и становимся такие красивые, мощные, ну, как я сейчас. Энергетика, функции и прочее. Отлично. Такое впечатление, что чуть ли не жизнь начинаю заново. Я благодарю
вас за то, что откликаетесь, проявляете свою благотворительность на поддержание канала.